Общественная
Государственный комитет по борьбе с пьянством потребовал отменить этнографическую практику. На историческом факультете состоялся праздник футбола. Встречались команды третьего курса «Ручеёк». И футболисты пятого курса «Локомотив Холод». Так вот, во время матча алкогольные запасы магазина «Снежинка» сократили 50%. Однако праздник футбола был омрачен одним небольшим инцидентом, когда один из футболистов пятого курса на 57-й минуте матча зачем-то сказал: «А мяч-то принес кто-нибудь, а?» Расскажем о нас, людей. В первую очередь, Даурен Тулиур подал в суд на создателей фильма «Приключения казаха в Америке», так как в главной роли, в роли Бората Сагдиева, должен был сниматься именно он. Ребята из хорошо известной вам группы «Добин 04» играли в морской бой. 04! «Добин, блин». Едина Дубовицкая чуть не удавилась в воздуху, когда услышала о анекдоте нашего однокурсника Антона Ишко. А у нас в гостях Иван Булавкин! В конце концов, Николай Тарафеев написал сочинение на тему «Как я провел Мухину». Активно отпраздновал свою медиану. На следующий день в результате дефицита спиртное в городе отпускали по бутылке в одни руки. Спасибо. Телеканал «Полежай ТВ» представляет программу «Технику». Показать все, что скрыто, тайные интриги расследования. Программа «Технику». Правда ли, что Генрих Кутузович тайно молится на Ленина? Правда ли, что кафедра этнографии заработала деньги на экспедицию, да, все купил? После нынешнего первого курса деканат решил зачислять только своих выпускников. Правда ли, что Александр Сидоренко забрал все паспорта у участников команды КВН? Правда ли, что у всех преподавателей кафедры археологии после каждой экспедиции появляется новый сервиз, которому 3000 лет? Настолько похудела миссис Ван после конкурса, когда смыла всю косметику. Правда ли, что Александр Майер начал читать в 10 классе? Манеры! Правда ли, что где-то возле Снежинки похоронен Гитлер? Следующего года лекции будут проходить в Снежинке и столовой. Правда ли, что Антон Ниско черпает свои анекдоты из бесплатной газеты объявлений? Правда ли, что Добин 04 ворует песни у Саши Майера?
ночью в общаге еще кто-то спит. Правда ли, что на Испании, в доме историков, есть еще какие-то люди? Правда ли, что сверху стукнул жрица из-за всякой фигни? Правда ли, что Олега Валерьевича Чудакова воспитал цыганский табор? Рубашки не отзываются на имя Будула. Кто такой Кадиков? Куда делся охранник скинхэ? Правда, что наши выступления копируют на имя Сками Дикла? Программа техникум. Тайные триггеры расследования. Показать все, что с этого. Программа техникум.